Недостроенную церковь на территории детского сада номер 150 в столичном секторе Рыжкановка до сих пор не снесли. И это при том, что соответствующее распоряжение было подписано еще в прошлом году бывшим исполняющим обязанности мэра Русланом Кадряну. Родители возмущены. Обещание построить игровую площадку на участке, которую должны были давно освободить, не выполняется. Мало того, строительные работы приостановили только около месяца назад. У нас достаточно места для всех детей. Но, конечно, если его будет больше, мы найдем применение. Родители считают, что на территории детского сада культовому сооружению не место. Если честно, да, сомнительно, потому что как бы должен ребенок в основе воспитываться, а не как бы рядом с церковью. И считаю, что ее нужно снести. Лучше построить что-нибудь для детей. Я не против церкви в этом районе, но ей не место на территории детского сада. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительства Виктор Киронда обещал решить вопрос. Он сообщил, что снос недостроенного сооружения должен был организовать бывший претор Рыжкановки Николай Балаур. Есть прошлогоднее распоряжение на этот счет. Претор не выполнил его. Мы проведем проверку, выясним, в чем причина, и обяжем претуру выполнять свои обязанности. Комментарий Балаура получить не удалось. На телефонные звонки он не ответил. Распоряжение о сносе недостроенной церкви было подписано еще 1 октября 2018 года. По итогам проверки, занимавшая тогда должность директора детсада Валентина Гыска была уволена.